И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть Total War за фарцию и цены. И у нас сейчас идет почему-то голод. Понятно, у нас не голод, у нас чума в армии идет, у нас воины умирают, и это плохо. У нас какие планы на это видео будет? Скорее всего, просто чисто развитие и разведка флотом, потому что я хочу найти фракции, с которыми я смогу. И мне еще нужно наладить экономику свою, потому что, как вы видите, у меня это на самом деле мало. Нужно куда больше получать заход. Не, потому что раньше было где-то 2000 заход. А сейчас, как видите, мало. Это все из-за того, что, во-первых, много воинов, во-вторых, у меня поломанные здания. Из-за этого как раз таки у меня и такой слабый. Так, вот про Дену сходили. Сейчас наш флот пойдет дальше. Итак, мы кого тут находим? По идее, тут будет Рим. Все равно. Но Карфагене. И вот тут должны быть другие уже. Другой Рим должен быть. Так. Здесь скоро восстание будет. Это плохо. Так, где больше, где меньше воинов? Здесь все воины, здесь все. Но Сантик со стенами, а Элден без стен. Поэтому я туда отправляю генерала и сразу на следующем году как раз таки у меня и появятся мятежники. О, заход 4116 монет. Это хорошо, я скажу вам так. Как вы видите, у меня немало воинов. Сейчас погибло заход. Слишком много. Я скажу так. Я укрепление поставлю здесь. Пускай пока укрепление постоят они. Быстрее повосстанавливают воинов. И мы быстрее пойдем. Так. Лот. Готовьтесь дальше плыть. Все, делаем ход. Кстати, да, у меня тут шпион плывет. Вахлев. Я же, блин, у Санфика... до того, пока я начал записывать это видео, и вроде в прошлом видео, уже подумал на то, чтобы захватить Флев. Потому что прибыль увеличится, да и у меня новый город будет. Да и я буду расширяться. Но, знаете, пока лучше не стоит. Пока лучше развиться посильнее. Офигенно. Реклама. Самый подходящий момент пришла реклама. Так, восстание. Исследование завершено, персонаж приобретает трудную славу. Давай, иди туда. Начнем с человека. Остальная знать это не то, вот, требует внимания. Верность племени. В племени назревает раскол. Две группы уже устроили драку с целью выяснить, кто кровожаднее. Так, похвалить одну группу. Пусть боги взгляд величие избранных ваших воинов устроить бой. Пусть все племя решают, кто сильнее. Промерять стороны, нам нужно единственное одно племя и не делать ничего. Но тут нужно промерять, потому что мы сильны будем, когда мы вместе, а не раздельно. Кстати, да, она у нас флотоводец. Вот жена его. Скорость исследования не надо.
Вот это. Тот. Ничего. Ладно, все равно трец будет. Тебе я оставлю скорость исследования. Прорицательницу. И проверение про команду не героя как раз. Тебе все есть, все есть. Так, стальная знать. Скорость исследований. Старую ведьму. Рок. Ну и все. Так. Ну и клан морской лошади. Нужно дать. Сводка, как у нас тут. S0%. Все растет, это хорошо. 86. Так, пока все хорошо. Торговых союзов, к сожалению, нет. Это плохо. Завоевать верность нужно. Было 163, теперь... Ага. Так. Понятно. По идее, вот это должно у меня влияние увеличиться. Вошли должны ко мне сенаторы прийти. Так. Готовимся отковать их. И мы в чему-то с голода помираем, это странно. Скорее всего, из-за того, что мы далеко, и там никого нету, никаких земель нет тоже. Ну ладно. Экономика. Пожалуй, вот это вот, наверное, делаю. Нет, я буду тогда вот это делать. До водоема 5 ходов. Потому что мне колодец нужно сделать. После этого я уже могу что-нибудь доделать. Так, дипломатия. Галлы. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be like a spear. Я вам предлагаю выплату размера 1600 золотых. Нет, вы не хотите. Если 3200, тоже не хотите. Ладно. Вы не хотите. Ну, как хотите. Понятно. Иберия, вы как ко мне относитесь? Минус 15. A flapping tongue that speaks without wisdom is not worth. I do not think our people want your trinkets. They like honest, manly stuff for the most part. Если я с вами буду торговать 90, если Рим Октавиана. А если я с вами буду торговать, то с вас тоже 90. I do not think our people want your trinket. Так, Эвлан, давай с вами торговать. Мы с вами торговать. Ну, как you have an honest tongue, and so I reject your... Кстати, да, Фрейза. О, они почти равны мне по силе. Я удивлен. Ладно, давайте думнением объявим перемирием. Я тоже с ними не хочу воевать больше. Ну, как хотите. Я вам предложил, вы отказались. Ну, тогда помрите с голода. Я вам предложил перемирие, чтобы... Ну, вы отказались. Так. Я забыл совсем про флот. Ясно. И там, ну так, не очень много воинов, на самом деле.
принципе, я могу уже собирать воинов. Ну как собирать? У меня они не так собраны. Но мне нужно их восстановить. А это уже другой разговор. Так. Домнони, вы умрете уже наконец. У вас генерал имеет 5 воинов. И пращники 15 воинов. Точнее, царь 5 воинов имеет. Вы напали на флот и не сдохли. Как так? Вы должны умереть. О, как великая Германия. Все эти 3 города ихние. 11.4 и тут 5. Ясно. Hail to the mother. I could tell more. I like. It is done. Так, давай-ка с Герхарда. А, он сразу его. И город, и Герхард изучил. How can I help? Так. Тогда ты сюда вставай. У меня вообще денег почти нету. 434 золотых я получаю. Иол, с вами нужно попробовать поторговать. Потому что я вас нашел. Ну, Миндия, это. Давай с вами попробуем. Не скажешь. Мне казана слаба. По идее, они не примут. Ага. Так, the gods rightly wish us to show humility and not enrich ourselves at your expense. Не столько, вот столько. Ага, вы не хотите столько. А так вы хотите. You present honest terms, but I accept and will present. По их торговле 59 золотых. Маловато. Honored emissary, speak, and I will answer with my master's voice. Очень мало, я скажу вам так. Очень мало получаю денег с торговли. Я вообще должен хорошим больше получать. Но, к сожалению, не получаю. Мне, кстати, с Египтом нужно торговать. По крайней мере, попробовать. 541 золотую я получаю за вход. Итак, выступайте на этих мятежников. Вам потому что пора. Да, я понимаю. У вас сейчас проблемы с армией. Численность не очень большая. Вы после чумы такие сильные. Вас и потрепало не слабо. Но что делать? Тем более, когда нас грабят. Меня как раз одна технология изучилась. И должна сейчас вторая технология сейчас. Ну, я надеюсь, она хорошо. Ну, быстро изучится. И хороший от этой технологии хорошая польза пойдет. Here is your lot! Now come the ravens, beaks agape for your guts. Замечательно, я с вами не так собирался воевать. Но это было вопрос просто времени. Вы мне сами войну объявили, это круто. Мне теперь не нужно думать, за что мне с вами воевать. Вы сами решили это сделать. Вот, подземная дренажная система изучена. И у меня уже почти армия пополнила свои войска. Каждому отряду по одному ходу осталось. По ходу. Ну неплохо, я восстанавливаю, скорее всего, из героя, потому что я ему давал там какую-то способность на восстановление. Так. Нет, это... Генерал, что ли? Нет.
Не знаю, что это тогда. Еще один бой, походу, и я прокачаю эту армию. И у меня третий ранг будет армия. Ну, маловато у меня на самом деле денег сейчас. Получается заход и в казне находится. Очень мало. Вот он, карпаген. Инструмент. Наемников я нанять не могу, потому что я в удвоенном темпе нахожусь. Кстати, да. Если мне Эвланы объявили войну, то есть они должны будут скоро сюда приплыть. По логике. Что их? Я надеюсь, они пока там не прожили пассанцев. Себе армию восстановлю. Пойду их уничтожу потом. Я надеюсь на это. Потому что я не хочу и пытаться отбить город. Либо его возвращать себе. Ну, скорее всего, возвращать, чем отбивать. А, мне походу Элден придется отбивать. Ну ладно, мы к Элдену пойдем. Нам, в принципе, по пути будет, потому что они так далеко от нас находятся. Так что же повстанцев, которые нас грабят, мятежники. Итак, обычный режим 85% будет потерян воин. Так, я вас убиваю. Военный родился третьего ранга. И враг куда-то смылся. Ну ладно, я отправляю генерала туда, в Элден. И мы теперь изучаем в традициях. Либо это, либо. Да. Потом я вот это неодолимую русскую речь поставлю. Мы сейчас дальше ходить будем. Ого, мы сразу здесь опыт получили, неплохо. Так. У нас один раз всяких ветеранов почти уничтожен. Офигеть. И у нас сразу 1295 золотых заход идет. Да, доход. Вот как хорошо меня грабили эти пацанцы. У меня как увеличился доход. Поэтому стоит все-таки уничтожать этих пассанцев. Не давать им грабить себе. Ну, пока на нас ничего не будет. Эвланы. Лепита. Или Лепита. Лепита вроде. Ладно, давайте ближе подплывать к моему этому городу. Или подходить. Они плывут, но что-то медленно плывут. Знаете, у меня только подозрение, что он все-таки решит меня атаковать, пока отвлекает меня на Эвлане, что вот он там будет. Она на самом деле в другом месте. Я сказал, Египет прилетит. Осада. Это скорее здесь, да. Вот да, вот это вот я изучаю. Так, я тебя не вожу. А вот тебя я вожу в Мэридиум. Так. Ты иди сюда. Хотя нет, стой. В город зайди. Тебе нужно пополнить всадников и один открыть копеечку.
И в это время мы подождем врага вланов. Они должны будут подойти к нам как можно ближе. Так. Я Египет приходил. Рим Антонио. Я с ними торговать не могу. Сана. Я флот нашел, город нашел, Антониев. А торговать с ними не могу. Что за бред? Вот они. Ладно, с Египтом нужно попробовать. Надеюсь, Египет согласится. Так. The Pharaoh, lord of all, has no time for babble. Нифига себе. Понятно. Почему они не хотят? Договор с Мидией. Да. За это. А Антони, они хотят со мной, потому что не те отношения с Египтом. Да, с Мидией. То есть торговля с Мидией идет. Ну понятно. Тогда я делаю ход. Пока вланы. Так, неплохо. Но им нужно чуть быстрее это все делать. Эти маневры, потому что их встречать. Они, скорее всего, об этом не знают. Хотя я так не думаю. Потому что это же компьютер, это же не человек. Вот и вланы высадились уже. Они пока ждут, когда я к ним дойду. Но я к ним приходить не буду. Я буду на горе стоять. Я возвышенность займу. Я лучше к ним ближе дойду. Так, вланы. Отражение началось, но это я знаю. Я вот тут встану. Вот так. И, блин, налёт я не могу поставить. И засаду я не могу. Налёт засады не сработает, походу. Это обидно будет. Так, даём я ставлю. Давай быстрее топаем. Мы идём. Мы идём. Так. Давай, флот, плыви дальше. Раз не хочет никто пока со мной торговать, значит, плыви надо дальше. Кто захочет со мной торговать? Что ему там делать? Он не имеет армию, во-первых. Во-вторых, он очень далеко от моих городов, и ему там находиться. Вот смысл. Поэтому нужно его будет вернуть. Хотя можно будет попробовать платить каким-нибудь городам. Как хорошо он поступил. Только какая задача. Он на ускоренном марше. Я без ускоренного марша. Его, скорее всего, догоню. Потому что у меня на самом деле очень хорошие воины. И у них плюс отличие от рогата. Кипящую массу изучил. Так, задание выполнено успешно. Так. Вроде доходим. Нет, немного не хватило. Эх. Ну, в принципе, я могу наемников нанять. И дать им отпор. Атаковать их. И могу, в принципе, просто атаковать так вот.
Да, вот она. Мое крепление. Да. Мясо сам хорошо будет. Мне походу. Потому что это немало времени займет. То врага далеко идет. И ну ладно, если все не успеет. Главное, чтобы я его уничтожил. Мне он хорошим нужно будет захватывать по одному отряду врага. И нужно дождаться как раз тот момент, когда враг ослабит свою бдительность. Это на самом деле тяжело дождаться. Вот тут враг. Так. Я вот тут оставлю крестьян. Знать будет вот здесь вот. И у меня краски армия подходит с этой стороны. Это, кстати, хорошо. Давайте воины посоединить. Вот они, мои воины. Мои отважные бойцы. Вот это тот армия из трёх отрядов. Да, прибыло подкрепление. Сходят как раз-таки очень хорошо. Они войдут врагу в спину. По крайней мере, у меня в планах, чтобы они в спину врагу зашли. Давайте туда идите. Все мои новые бойцы, иди сюда. Вот. Все сюда. Все? Или нет? Ну, вроде все. Да, все. Итак. Что нам нужно все сделать будет? Так как враг здесь. А он, кстати, что-то приостановился. Это на самом деле не очень хорошо. Так. Я пока выбираю всех мечников. Я выстраиваю вот тут. Я ускоряю. Выбираю всех копейщиков. Выстраиваю сзади. Тоже ускоряю. И тут уже дело идет за аппаратчиками. Они даже здесь будут. Так, кавалерию я отправляю туда. А вас, как раз царя, я отправляю сюда. И у меня очень хорошая позиция получается. Очень хорошее расположение. Ой-ой-ой. Меня обнаружили. Мне как-то не получится спину зайти врагу. Все. Бьем врага в спину тогда. На нашего военачальника напали! Так. Кавалерию отводим сюда. Кавалерия краски будет тут стоять. Так. Все, назад. Вы назад. Вы краски назад идите. Не ждем, когда враг идет. Лес. Ходите в лес. Ваша задача отковать врага в спину. Так. Врага кавалерия агрессивно действует. Ну, она нормально делает. Ушла. Все правильно она делает. Так, сколько? 23 воина осталось. Бегом сюда. Так. Ясные войска врага. Меня вот это интересует. Меня тут заметили. Все. Меня не видят. Пожалуй, разведку собираю пока. Потому что это всё-таки конно-разведка брит, лёгкая кавалерия. Это тяжёлая конница. Всадник ветераны. У меня главная армия от того, что сойдет врага. Где же враг? Где он?
Так. Но он должен быть здесь. А его здесь нет. Вот он. Понятно. Он походу думает, что я на него все пойду. Но у меня походу вариантов нету. Как мне действовать? Ну я конечно попробую его вымыть. Но я не уверен, что у меня получится. Я вас глубже рожу. А вас я отправляю сюда. Как краски. И у меня такая хорошая ситуация получается, что я вижу. Все эти отряды враг меня не видит. А раз я его вижу, врага, то я могу как-то действовать против него. Мне нужно его заманить к тем воинам. Вот, в засаду привести. Так. Нужно вас чуть-чуть сюда вот отправить. Давайте быстрее, пока время у вас есть. Пока к вам не бежит враг. Враг не собирается входить. Он начинает как раз планировать действия, но ничего не делает. Это плохо. Так, зал произошел. Я отхожу. Враг тоже отводит свои войска, своих всадников. Так, еще один чардж. И этот чардж тоже не удастся, я опять откидываю врага. Так. Отходим к основным войскам. Так, напрячься бегом. Мне нужно их держать. Нужно взять и заставить врага бежать за этим отрядом. И когда враг начнет бежать за ним, то нужно как-то поступить будет. Взять, наши ряды дрогнули. Они бегут, мягко хоть получится. Давайте. Я верю в вас, вы сможете. Давайте, бегите. Давайте. Все, давай отсюда бегите. Все. Враг понял, походу, мою задачу. Мой подвох. И он не решается идти дальше. Он потому что некоторые отряды видит. И это для меня плохо. Ладно. Мне придется все подводить. Я этого на самом деле не хотел делать. Но походу придется. Так, мечники. Мне вам нужно строй сузить. Вам соединить строй надо будет. Вас там уже второй строй выходит. А вам, парящики, нужно будет здесь стоять. Так. Меня... Семь отрядов копейщиков. Вот эти отряды здесь будут. Вот эти отряды здесь. Ну и тут крестьяне. Так. У меня на самом деле хорошо стоят вот эти вот войска, их не видно. И разведка сзади хорошо стоит. Их тоже не видно. Враг меня пока расходит, у него более удачная позиция. Из-за того, что он меня заметил, он не стал ко мне идти дальше. И не стал подходить к засаде. Из-за этого как раз все плохо. Так, генерал. Мне тебя пора убирать, потому что от тебя не очень плохие бафы идут. Во-первых, охота за головами. Очень хорошая вещь. Примеру. Так, прачечные мои достают врага, но не все. Давай стрелять по врагу. Так.
Вам сюда вот нужно. Враг, который решил мне обходить. Если так, то зря. Так, моя задача на то, чтобы выманить врага, сработал на враг. Так. Я завожу свои мечников. Свою любимую вторую тактику использую. И вот мои копейщики засветили. Заметили. Так. Отрядчик, отходи назад. На барбарских стенах барбарские идут. Тут уже пора, походу, выдвигаться вперед. Потому что вы сами видите, как у меня воины страдают уже. От целого барбарщика. Так. Все вперед. Воины вперед! Так, кавалерия. Быстрее в бой. Я зажимаю тут как раз углы, где враг может быть. И я ему более неудобную позицию даю. Так. Копейщики, давайте вы быстро следите в бой. Вы два копейщика, куда быстро? Генерал сюда. Всё, бой начался. Всё. Давайте работаем быстро. Где моя кавалерия? Почему она не работает уже по пальчику? Подходим врага. Мне его нужно спину отковать. Так. Наша засада обнаружена! Начнем с того, что врага тут генерал, и я с ним неплохо справляюсь. Давайте быстро убивать их. Этих стен. И вам нужно идти помогать. Так, мои всадники уже сражаются с врагом. Бегом в бой. Вперед. Победа. Ни капли пощады врагу. Всех убить. Никого не отпускать. Никого не щадить. Давайте вы. Всё, они убежали. Всё, вы вперёд идите. Бегите вперёд. Так, крестьяне, давайте вперёд. Продавливаем врагов. Наши остались без снаряжения. Так, всадники. Сюда бегом. Один отряд, второй отряд, другой. Так, вы. Вы на тот отряд. Так, у меня пока тут всё неплохо. Враг убегает, и это хорошо. У меня пока получается откинуть врага. Наша засада обнаружена! Так, всё мы разведали, заметили. Мы начинаем ходить в тыл врага. Так. Где мой генерал? Иди помогай мечникам. Мне нужно быстрее убить генерала. Продавливай. Вас отходит. Давайте зажимайте генерала. Зажимайте генерала. Зажмите убить его. Так, мечник, давайте вот туда. Так, ветераны сюда. Давайте помогать ему. Наша засада обнаружена! Тогда лучше сюда, вы ветераны, идите. Нужно пробить вражеский строй, и нужно обратить бегство. Вот эти оставшиеся войска. Бам. Ну всё. Так. Где вражеский генерал? Ищем его. Мне нужен генерал-врачки. Мне его убить надо. Его тут нету. Его воинов здесь нету. Но и врачского генерала тут нету. Где он может быть?
Возможно, он там. Там. Но он нет. Нет, его тут нет. Нету. Так. Так. И еще быстро как генерал убить надо его. Нельзя его спускать. От этого генерала проблемы будут. Чем быстрее мы его найдем, тем лучше будет на самом деле. Ну что-то у нас не получается найти. Это плохо. Может он сюда побежал? Кстати, да, это вполне невозможно. Но тут его тоже нет. Тут ни одного воина нету. Походу он все-таки убит. Мне нужно до последнего воина убить врага. Так, убили его. Воина этого. Или нет? Нет. Ну, походу убили. Да, убили. Так. Ты давай. Убивай вот этих воинов. Ну и все. Никого не оставляем живых врагов. Где же уже может быть генерал вражеский? Вот, вот он. Я его нашел. Я его нашел. Ловить его. Скорее всего, вот это и генерал. Если он не убит. Но по идее не убит он. Потому что я не слышал, что сказали вражеский военачальник погиб. Так. Тут нет. Наша засада. Нам прибыло подкрепление. Ну, походу мы его все убили. Мы убили и убил. Но у нас почти равно, чтобы убить своих воинов. Так, полководец прокачался. Тысячник. Да, генерал был убит. Небо побежал какой-то. Одно из двух. Итак, наверное, все-таки вот это я поставлю. Хотя нет. Да, я не буду, кстати, вот это поставлю. Но хотя тут разницы особо нету. По-хорошему мне её распустить надо. По-хорошему. Ну, у Ланов не получилось хорошо сразиться. Первая битва со мной прошла неудачей. Провал для них большим. Кстати, фрейзы. Мне нужно у вас хлебушек разорвать. И не только. Ну, пожалуй, делать пока нечем. Ну, мне уже тут что поделать? Пора собирать войска, восстанавливать их и идти на Эвлану. Захватывать Эвлану и потом как раз в Европу на фрейзов захватывать лев и захватывать дальше фрейзов. Ну, я бы на этом заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи.